Рад приветствовать, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о неких способах, как вы можете зарабатывать 500 тысяч гривен плюс в день. Досмотрите видео до конца, и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, история проста. Возьмем обычные банковские системы, например, такие как Монобанк, Изибанк. Изибанк, он отличается, он чуть дороже будет по оплате, я имею в виду. Вы получаете 150 гривен за регистрацию и по 50 гривен за каждого человека. В Монобанк действует просто 50 гривен за регистрацию, но вы обязательно должны перейти по моим именно ссылкам, потому что вы не получите тогда свой кэшбэк. Этот кэшбэк выводится в том случае 100 гривен на ваш личный счет, и можете их использовать как вам нужно. Следующий способ — это сервис кредитования, в котором вы также найдете ссылку в описании с промокодом данным, который здесь видите. Точно так же обязательно нужно его ввести, чтобы активировать акцию. Вы те деньги, которые будете брать в кредит, бонусы, которые вы пройдут люди по вашей регистрации, вы можете этим кредитом гасить. То есть вы можете половину буквально загасить тем, что вы возьмете. Очень, в принципе, комфортно. Считайте, что вы взяли кредит беспроцентно, а это и вообще перебили даже больше. Поэтому, опять же, вывожу вам на экранчик здесь, за сколько человек вы сколько денег будете получать. И на этом, я думаю, вы, в принципе, тоже будете довольны. Вся информация будет также в описании под видео. Можете перейти и ознакомиться. Ничего сложного нет, все просто в регистрации. Никаких здесь трудностей вы испытывать не будете. Напоминаю вам точно так же, что мой телеграм-канал, я туда выкидываю все любые финансовые проекты, где можно заработать деньжат. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивный комментарий. Дальше больше, скоро увидимся.